В Германии экоактивисты облили картофельным пюре картину художника Клода Моне «Стога сена». На этом они не ограничились и приклеили себя к стене. Инцидент случился в одном из музеев страны. Экоактивисты потребовали от властей Германии более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями. Позже сотрудники музея сообщили о том, что само произведение, находящееся за закрытым стеклом, не пострадало.